Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Сегодня речь в нашей студии пойдет об интересе. Интересе ребенка и о том, как создавать образовательную программу и как выстраивать обучение в классе Монтессори на основе интересов ребенка. Сегодня мы очень рады представить вам гостей нашей студии, великолепных педагогов из Нью-Йорка, Джеффа Фрэнка, и нам будет помогать руководитель этой замечательной площадки Ирина Дроздовская. Здравствуйте. Образовательная программа построена на интересах детей. На английском языке это называется emergent curriculum. В русском языке пока что этого термина нету. Это как раз вот то, что как мы можем построить наши темы и добавить их на наши полки и основываться только на интересах детей. First and foremost, we know that children use play and exploration as a medium to manipulate and understand their physical environment. И прежде всего мы знаем, что дети используют игру в качестве средства изучения и манипулирования своей физической средой вокруг них. It is also evident that the fact that how children integrate new knowledge is best assured when children are actively engaged, when learning experiences align with their interests, their individual strengths, as well as their approaches to learning. И очевидно уже на сегодняшний день, и это является фактом, что интеграция новых знаний лучше всего обеспечивается, когда дети активно вовлечены в процесс и когда учебный опыт соответствует их интересам. It is the discipline of the Montessori teacher to not want to answer all children's questions, but to respond with a sense of inquiry. И это как раз и есть такой дисциплиной Монтессори-педагога, не просто ответить на вопросы ребенка, а немножко завести его дальше, то есть сделать так, чтобы он и задавал больше вопросов, и отвечал на них. It's through our inquiry and through our engagement with what children are sharing, we can then facilitate and guide the curriculum to help that child construct their understanding or to engage in meaningful experiences. И вот таким вот образом, поощряя ребенка, поощряя его высказываться, задавая ему вопросы, мы можем добиться и понять все-таки, что будет максимально интересным для ребенка, как это ввести в среду. Important for us as teachers to know the tools to build a structure to support an emergent curriculum. Но для нас, как для педагогов, важно знать, что существуют инструменты для того, чтобы построить эту структуру и для того, чтобы быть успешным в построении тематической среды. Especially if you wanted to have the depth and to achieve its full potential for children to go so much further than we can even imagine when we really give them the tools and the environment to pursue their curiosities. И очень это особенно важно для того, если мы хотим пойти как можно глубже в интерес ребенка, для того, чтобы они достигли своего максимума, расследуя ту или иную тему и используя ту среду, которую мы для них составляем, создаем.